Всем привет, это Ольга Швец. Это видео будет максимально коротким, настолько, насколько возможно. И оно называется «Полезные советы из фикс-прайса». То есть то, что я попробовала, то, что я достаточно удовлетворилась качеством за 45 каких-то несчастных рублей. И, возможно, на это вы даже вообще не обращаете внимания, когда там ходите. Вот, поехали и коротко. Максимально коротко, а главное. Аналоги Tangle Teezer. Смотрите, как они выглядят. Вот. Вот так. И их там очень-очень много. То есть всевозможных расцветок, и черных, и оранжевых, и черно-оранжевых. В общем, всяких разных. А, стоит 45 рублей. А почему народ полюбил Tangle Teezer? Потому что он не дерет волосы. Эти тоже, кстати, волосы не дерут. Стоит 45 рублей, разумеется, пластмассовые, хорошо моются. И, кстати, от них не воняет китайским вторсырьем, как многие думают. От них вообще ничем не пахнет, это абсолютно правда и абсолютно истина, я бы вас предупредила. Но эти окей, окей. Нет, есть желание потратить 500 рублей на кусок пластмассы без проблем. Или 1500. А можно просто сэкономить и купить себе какие-нибудь мазилки, косметосик и потратить вот эти вот денежки, которые вы рассчитывали потратить на Tangle Teezer, на себя, на любимую, а не на расческу, там, не знаю, на кремики, масла и прочую необходимую нам девочковую фигню. И прочую необходимую нам девочковую утварь. Вот такая штучка. Позиционируется как массажер там для душа, для тела и так далее, для душа или души. Значит, она силиконовая, предусматривается, что будет вот так вот как бы одеваться на руку. Я не буду сейчас ее прям одевать, и вы видите, что она мне такая изрядно завозюканная. Что это, спросите вы, а я отвечу, это помады, которые я отмываю вот на этой вот мелкой поверхности, которая вот такие мелкие точечки. Отмывает шикарно тональные от кистей. То есть я ее использую в качестве основы, на которой я мою кисти. Где-нибудь в ванной комнате на вот эту вот основу вы наливаете силиконовую, немножко геля. Раз, и ваша кисточка будет чистая. Вымываются даже помады и вымывается стойкий тональный крем. Я знаю, что есть так называемые варежки от Sigma, которые стоят как варежки от Sigma. А вот эта штучка за 45 рублей вам очень поможет. Вот. Если у вас нет на варежку для Sigma, если вы не хотите заказывать кусочек силикона с пупырышками из другой страны, вы можете найти это в своих городах. Федухи из фикс-прайса. Казалось бы, что может быть ужаснее? На самом деле аромат стойкий, что меня поразило. Значит, я провела тестирование, я набрызгала дома шторку, совершенно независимую шторку, этими духами по 45 рублей. И я могу вам сказать, что запах на шторке продержался порядка, по-моему, 5 или 6 часов. Извините, некоторые нормальные духи, да, если вот эти ненормальные, будем считать, что они ненормальные, потому что они по 45 рублей. Я могу сказать, что некоторые не по 45 рублей, а по 1500 держатся гораздо меньше на шторках. Значит, цинус этих духов в том, что они совершенно не держатся на коже. Кстати, что вполне возможно, не так уж и плохо. Они держатся именно на ткани. И вот когда я иду гулять с собачкой, побрызгаться чем-нибудь таким приятным, что будет держаться на моем трикотажном вязаном пальтишке хотя бы всю прогулку, почему нет? Реально, это достаточно прикольный аромат. Я не могу сказать, что все ароматы там классные, что я все пробовала. Ну вот, все это пронюхав, просмотрев, я могу сказать, что эти духи не так ужасны, как может показаться на первый взгляд. Потому что они все-таки же по 45 рублей как бы. Нет, нормальные духи, серьезно. Массажер-мурашка от Good Look. Я помню времена, когда эти массажеры светились в баннерах на всевозможных сайтах модных, позиционировались как нечто волшебное, которое снимает головную боль, не знаю, там ускоряет рост волос. На самом деле, вот обычная проволочка, может, между прочим, стоять вот так, и 45 рублей, как бы, ему и красная цена, вот.
Поехали дальше. В принципе, я его использую, да, когда у нас магнитные бури всевозможные, раз-раз-раз, и все в порядке. Могу рекомендовать. Кто еще не обзавелся? Специальная штучка с мерными делениями из фикс-прайса за 45 рублей для того, чтобы намешивать там краску для ваших волос. Кисточки вполне возможно не такие классные, как в Палет. Идут они там в упаковочках, либо по акциям приклеиваются к тюбикам с краской в других марках. Но вы знаете, как бы за такие деньги это более чем прикольно, то обычно многие смешивают либо в посуде, либо в баночках из-под йогуртов, ну, в общем, в чем-то таком одноразовом, что раз и выбросили. Я пока не пользовала, но вот приобрела, посмотрю, как будет, и, в принципе, дома, я думаю, такая штука не помешает, тем более за такие небольшие деньги.